На Красной площади оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армении совместно с группой «Ереванские барабаны». Начальник военно-оркестровой службы и главный дирижер, художественный руководитель, полковник Армен Погосян. Военный дирижер оркестра Генерального штаба Вооруженных сил Армении Республик, полковник Айк Григорян. На Красной площади звучит строевой марш «Гайка Марутяна». На Красной площади звучит национальный инструмент Армении – дудук. Его еще часто называют «душой армян». В 2005 году музыка армянского дудука была признана шедевром всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Основатель группы «Ереванские барабаны» Павел Сарксян. Художественный руководитель группы «Ереванские барабаны» Эмма Оганян, которая также является солисткой группы. Thank you.
ереванского народного танца «Дерт». Этот номер – визитная карточка танцевального искусства Армении. История его насчитывает более 3000 лет. А это название «Дерт» в переводе с армянского означает «крепость». Дело в том, что отличительная особенность этого танца в том, что танцующие встают на плечи друг другу вторым ярусом, словно образуя крепость. Благодарим коллектив Армении за блестящее выступление. Цесу Сутюн!